Че, какой сетап, Дмитрий? Я в тюрьме заныкаюсь. Давай, я в песках. Давай. Просто давай спрячемся. Они поставят Давай. бомбу, подумают, что мы АФК. Бегут 20. Один. Не бегут. Хорош. Зелень смотрю. Зелень 100%. Нет. Апарты, по-моему. По-моему или? Нет, 20. 20 или апс? 20, походу. Нихуя, все. Я прошу прощения. Человек по центру экрана. Такое бывает. Сейчас мы сделаем фейк Cloud9. Как это? Давай двое в тюрьме встанем. Ого, нифига себе. Давай сядь, заныкайся, я буду стреляться. Дал. Мне кажется, они зелень пойдут. Все нормально. Стой, зачем? Ай. Спалился, да? Не да, надо было? Да, да, да. Еще 20. О, второй там же. Он ушел? Да, да. 20 стоит. Хорош. 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 А что они пистолетами там? У них же закуп должен был быть. Они решили не закупать амуницию. Шира, hello, don't. Fuck, please. Я даже не успел. Я даже не успел закинуть эту хае, она не долетела. Куда ты пойдешь? Я пойду вот сюда. Мне, кстати, твой ножик. А? Мне, кстати, говорю, твой ножик. Круто. Отлично! Вообще супер. Да, я на самом деле тупанул, ты же прошлый раунд так выходил. Идиот. Я то думал, я первый раз так делаю. Я забыл, что ты там уже был в прошлый раунд. Меня там ждали. Сказал. А я кидаю, типа, этот молик и выхожу, думаю, сейчас я внезапно. Да, внезапно. До меня был один внезапный парень. Внезапно, неожиданно. Да, кстати, часто. Да прикинь, вот челы в миксе играют. Вот так делают. Бегут, Сань! Санюк! 20? Не, не оба! Встали. У тебя второй. Или ап. На миду нету его, да? Блин, они, наверное, очень недовольны. Сколько Алекс жмет от груди? Сань, сколько жмешь от груди? Сейчас вообще или как у меня самый лучший, ну, лучший результат? Самый большой, что жал, 155. 155, ребят. Какие-то вопросы еще имеются ко мне? Фига, машина. Машина. Тебе флешку дать? Не, тут дым. Хорошо, Алекс. Они, походу, дел 20 выходят. Ну там что-то я никого не слышу, никто не, вообще не топает никто. О, они меня прострелили. Бомба на миду. Убил. Ковры. Ты ж. Я умер. Че, он с какой стороны-то выйдет? А? Не знаю, Сань. Куда он делся-то? Он, я думаю, с Аланга придет. Слева, типа. Бляха-муха. Дата Луна. Сервис аналитики и предсказания матча искусственным интеллектом. Дата Луна парсит демки, потом вытаскивает из них уникальные события, размены, экономику, эффективность гранат и так далее. На основе этих данных искусственный интеллект предсказывает результат матча. Сервис дает полную статистику по предсказаниям на главной странице, которая обновляется после каждого завершенного матча. Есть рекомендованные матчи. Рекомендованные матчи, в которых Дата Луна уверена больше всего. Коэффициенты от 1,3 до 3. Точность выше
больше 70%. Подходит тем, кто не любит рисковать. Андердоги – матчи против коэффициентов БК. Коэффициенты от 1.80 до 4.5. Банк растет быстрее, но ее риски выше. Каждый может выбрать подходящую именно ему стратегию. В сервисе отмечаются не зашедшие матчи. Сервис ничего не скрывает. Даталуна дает предварительный прогноз до начала матча. Прогноз уточняется после пика командами. Есть возможность смотреть трансляции матчей прямо на сервисе. У Санька прикольный аватар. Все замечают. Все подчеркивают. У тебя есть деньги? Нету. Скинь. Ружро. Спасибо большое. Мой добрый друг. Ну давай. Хочешь проиграть? Проиграем. Твой дигл? Ого. Чего? Это твой дигл? Почему мой? Ну да, мой. А что? Сейчас две наклейки на авиадин фейс. Никого у меня нет. А шорт один. Есть флешка на шорт, Сань? Ювелирная. Ювелирную? Давай, сейчас дам. Даю. Нет тут никого. Апарта? Апарта 100%. Блин, мне закинуть бы туда что-нибудь. Молик кидаю. Сколько жму от груди, пацаны? Я вот не знаю, сколько, Саня, жму от груди? Ноль? Уф. Там большие цифры. Я... Не, серьезно, серьезно. Не исчисляется. У меня один. Я даю флешку. Дал. Давай. Шорт один, Сань. Сань, шорт один. Он в арку зашел. Флешка, шорт. Да, так, на. Даю. Убил? Все, Сань, нам. Еще выходит зелень, выходит зелень. Помоги, помоги. Давай зелень убьем. Гузень запушим. Раз, два, давай. Погнали. Он меня убил. Шорт лаз. Почему он меня убил? Он со страха меня вот так. Смотри, 4-3. Это команда. Ладно, Сань, сейчас выиграем. Тебе дай дроп? MP9 держи. Да, уже все, спасибо, я уже все. Держи, бро. Да за... нафига она мне твоя нужна? Да, last round, парси. Флэш на 20 минут. Хорош. Он с сэшкой, да? Да-да-да, можешь пикать отсюда. Он зелень пошел, по-моему, справа, я его слышал. Может, ковров его убить, выйти. Я вот думаю, куда он пойдет. Видите, как он мне нож Дима подарил? Ага. Подарил. Димон такой. Откуда слышно, если... Нет, Сань, просто слышно? Открывайся сейчас налево. Налево открывайся. Вот, вот налево, пожалуйста, шифтом. Вот. Слева, слева, Сань. Он слева под тобой. Ты чего паникуешь-то? Ты паникуешь? Не паникуй! У меня никого. Арку чекаю. Арки нет. Давай зайдем смок. Бомбу скинул. Даю флешку налево. И заходим в смок на сайт. Готов? Ты уверен, что? Давай. Мне надо подойти в смок, а то флешка разблайнится. Упор, упор. Что делать-то? Сань, вот туда, в смок, Сань. А, готов? Сел. Да. Дал, пошли. Библа! Один, по-моему. Убил. Библа, да. Вот видал. Хорош. Ты не знал, что там смок? Нет. Я говорю, знал, что... Подозревал, что будет в библе, чел. А, вот оно что. Я же говорил, давай проверим. Ты мне говоришь, нет, давай смок кидай. Говорю, ладно. Профессионал все-таки. Доверился информации. Далее дым. Заходим, флешку вот так даем и заходим. Саня, ОК, я скажу, когда нападать. Давай. Да я просто смотрел, где он. Опять. Он на 20. Кидай туда флешку, пожалуйста, ювелир. На 20? Да, кидай. Ну. И пуш, сайт. Пушу. Спасибо за нат. Красивые игры. Топ-1 хелдом. Мне чел скинул донат. Че говорит? Плейфейсит, чувак, пишет. Я ковры пойду. То они что-то там как-то странно сидят все. Один алонг. Даже ММ, пацаны, он... Все равно улучшается игра. Один... Курилка, курилка, курилка. Давай. Молик, дай. Дай молик, он выйдет. Я его сейчас убью. Давай. Сава. Второй зелень. Уиу, на тебя. Уходит.
На, хоть походи с нормальным голосом хотя бы один раунд. На. Такое? О, ты чё? Это мои наклейки. Или ключи, или наши. Хорошие наклейки. All nine? Качественные. Согласен. Шорт. Два дыма дали у меня. Да. Ух. С один с этим, с дробашом. Ты вышел уже, что ли? Да. Лонг. Ты уверен? По-моему, да. И сказал человек, убивший 5 с партнером, который убил 16. Это была легкая игра. Давай еще, бля, прикольно. Давай.